Малыши, сегодня у нас 18 февраля 2023 год. Дети Цирцеи и Алекс Руссо, «Зигзаг удачи». Вот. Они еще же сонное царство покушали. Скажи, их разбудили для чего-то, чтобы они побегали. Помет Хэ. Вот такой. Собачина такая. Спим все, да? Только не падаем с дивана. Вот так вот. Малыши-карандаши. Сюда вот пошире ложи. Ага. Немножко побегать. Кто проснется. Друг на друга залезли, смотри. Друг на друга же сонный, кто спит. Кто спит, кто не спит. Все спят, скажи. Поели, нам пора спать. Давай, 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 ну-ка. Давай, вот так вот, вот давай. Маленькая такая, вот такая девка. Давай, давай. Ну-ка. Это у нас такие малыши-карандаши. Да. Вот маленькие все спят такие. Да, вот такие. А, такие, да. Кто там такой проснулся, ну-ка. Кто там такой проснулся? Это мальчик зелененький. Такой у нас шея такая длиннющая, красавец, да? Это мальчик черненький, здоровяк такой. Это у нас мальчик оранжево-желтый, да? Ты мальчик? А давай посмотрим, кто ты. Да, мальчик оранжево-желтый. Это сине-сиреневый мальчик. Вот такой. Красавчик, одетый будет мальчик. Это кто у нас? Это черный мальчик. Вот он опять черный мальчик. Так. Это голубой, вот коротенький такой будет, жесткий-жесткий. Вот такой, кубышка такая. Это у нас оранжевая девочка. Вот такая оранжевая. Здоровая такая девка. Вот такая цепляющаяся. Прям вот такая. Ой, такая девчонка. Ой, прицепилась, как кошка. Как кошка. Это у нас красная девочка. Она меньше остальных немножко стала, ну. Потом, когда подрастет, видно будет, усыпив все к месту. Она такая более одетая, чем оранжевая такая. Вот такая, скажи, красавка, да? Красненькая. Вот такая. Вот это. Так, кто у нас там еще? А ну-ка, вот это у нас оранжево-синяя. Тоже сука такая хорошая. Такая крепышечка такая, ух. Вот такая оранжево-синяя, вот. Тоже коротенькая, жесткая будет сука. Коротенькая. И вон у нас вот такая сучара у нас голубая, да? Голубая, вот такая громила у нас голубая, вот такая. Голубая у нас громила пока есть. А мне 3-4 месяца они поменяются потом. Могут быть большие средними, а средние большие. И наоборот. Поэтому пока есть вот такие громила выделяющиеся. Это вот оранжевая и синяя. Вот такая, да? Это немножко больше шерсти. Вот оранжевая. Голубая вообще так коротенькая-коротенькая такая будет. Немецкий вариант и синий-черный. Очень головы красивые обоих. Головастенькие. И с ними рядышком вот девочка тоже. Оранжево-голубая тоже. В таком же типе. Тоже жесткий вариант. Вот желто. Это оранжево-голубая и голубая. Вот. И мальчик тут одетый такой хороший будет. Сиренево. Голубой, даже видно по нему такой, пашечка такой. И вот у нас еще есть черненький мальчик, да, черненький. Нет, это девочка черненькая, девочка. Черненькая девочка, тоже жесткая такая. Пропорциональная, правильно сложенная такая, сонька, сонька такая. Головастик. Ну, в общем, сонное царство, спят они сейчас все. О, все. Месси. Вот. Будут больше двигаться, тогда поснимаем их.
Она не будет играться. Они уже пытаются играться, заигрывать, но падают еще. Качаются. Из всего города Севастополь, Тома Караманкош, Томик Икс.